Четвертый всероссийский чемпионат лесоров 21 века по результатам экспертного отбора включен в топ-200 лучших событийных проектов России. В этом году на соискание статуса национальное событие года было подано 1600 заявок из 74 регионов. Конкурс составил 8 проектов на место, и Устьянскому лесорубу удалось стать лидером. Борьба на чемпионате, как всегда, стала жаркой. В итоге в командном зачете абсолютный лидер — Устьянская лесопромышленная компания. Кстати, уже второй год подряд. За три состязательных дня чемпионат привлек более 2000 участников и гостей. Побороться за пальму первенства приехали свыше 5 десятков команд из 12 лесных регионов России, а также сборные Финляндии, Швеции и Норвегии. Последнюю страну представляли 3 хрупкие девушки. Мне очень нравится бросать себе вызов в первую очередь. И изначально мне кажется, что это очень интересная профессия, чем можно заниматься в жизни. Номинации 5. Жесткая борьба развернулась среди операторов гидроманипуляторов. Оказалось, эта техника способна не только собирать и разбирать срубы, на ней можно играть в городки. Чувствуешь себя, как будто на тебя никого, как будто в делянке работаешь, как будто ты один вот тренируешься. Когда вот приводишь себя в такое чувство, и тогда только ты можешь справиться с нервами, так нет. Организаторы чемпионата приготовили для победителей солидные призы – внедорожники, квадроциклы и снегоходы. У лидеров разница в 1-2 балла. То есть это говорит о том, что участники показывают достаточно высокие результаты. Ну, наверное, навыки, опыт. Удача не подвели. Удача, везение, без этого тоже никуда. Больше всего удача влияет. И мастерство. Сегодня Устьянский лесоруб – это одна из самых удобных площадок и для бизнес-общения. На высшем уровне идет выработка решений для улучшения качества лесозаготовок и лесовосстановления в нашем регионе. Мы являемся законодателем лесных традиций уже веками. Не годами, не десятилетиями, а веками. И то, что мы должны нарабатывать самое современное решение в этой области, предлагать и в рамках дискуссионных площадок не только, скажем так, правильный разговор и создание норм, но и искать практические решения, это тоже очень важно. Это замечательно, что есть такое событие, и площадка Архангельской области, она, безусловно, стала не только территорией, где рассматриваются вопросы, связанные с заготовкой леса, но только что закончили круглый стол по лесовосстановлению, по воспроизводству лесов. Это вторая важнейшая часть, важнейшая составляющая лесного хозяйства. Все вместе это дает многократный эффект, благодаря чему чемпионат лесоруб 21 века уже получил звание масштабного форума. Анна Рязанова, Алексей Вачик, регион 29, Устьянский район.